Программа самозанятости помогает людям с ограниченными возможностями здоровья открыть свое дело. Сегодня в Центре занятости населения Якутска прошел День открытых дверей. Люди с инвалидностью, создавшие свое дело, рассказали об опыте предпринимательства. Сегодня на учете центра находится более 100 инвалидов. Всего с начала текущего года обратились почти 400 человек. Из них работу нашли 200, а собственное дело открыли 9 человек. Они трудятся в сфере общественного питания, пошива и ремонта одежды, ювелирной отрасли, изготовления сувениров. Одно из ключевых условий участия в программе самозанятости – быть зарегистрированным безработным. Нужно предоставить бизнес-план в центр занятости, затем успешно его защитить. Финансовую помощь выделяют в размере 150 тысяч рублей. В этом году открыл ИП через биржу труда, то есть через их поддержку. У меня со мной АКВЭД, производство диетического, детского и спортивного питания. Мы сотрудничаем с детскими садами некоторыми, со школами и запускаем, идет у нас сейчас работа над линейкой правильного питания для города Якутска, то есть мы будем запускаться после Нового года, ожидаемо в конце февраля. Будет у нас своя доставка.